ПТП Великого Новгорода. Дочерняя компания «Питеравто» не будет обслуживать автобусные маршруты в областном центре. Об этом сегодня сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. С 1 марта с компанией ПТП Великого Новгорода расторгнуты государственные контракты на обслуживание городских маршрутов регулярных перевозок номер 2, 12, 22 и 101. Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, причина – систематическое неисполнение условий контракта. Напомним, что особые нарекания вызывало обслуживание микрорайона Кричевицы. Жители неоднократно жаловались на хаотичность рейсов и большие интервалы между ними. Теперь маршруты временно будут обслуживать следующие перевозчики. Маршруты номер 2 и номер 101 компания «Городское ПТП», маршрут номер 22 АТП номер 3, маршрут номер 12 автобусный парк. Расписание движения размещено на сайте transport.nov.ru. По вопросам работы общественного транспорта жители города могут обращаться по телефону диспетчерской службы 777-347.